Традиционные, можно сказать, классические пейзажи. Все сдержано, лаконично и вместе с тем невероятно реалистично. В своем творчестве Алексей Худяков продолжил традиции своего отца, художника Бориса Худякова. На своих полотнах автор делится со зрителем многогранной красотой русской природы, ее гармонией, независимо от времени года. Можно сказать, что каждая из этих работ, пейзаж, натюрморт, они найдут отклик в сердцах зрителей. Потому что эти художники, они изображают на своих работах именно то, что дорого их сердцу. Они изображают родные пейзажи, они изображают симбирские дворики. И когда попадаешь на такую выставку, понимаешь, что действительно есть много очаровательных мест и в нашем городе, и в нашей провинции. И хочется сказать за это спасибо. Простые, понятные, реалистичные пейзажи и натюрморты здесь легко уживаются с сюрреалистичными сюжетами. Александр Романовский дает возможность зрителям не только любоваться картинами, но и поразмышлять. Его работы известны даже за пределами нашего города. Смелые и неоднозначные, они никого не оставят равнодушным. Александр представил здесь у нас и пейзажи, и я смотрю, какие-то уже философские какие-то произведения у него пошли, которые до этого он не выставлял на наших выставках. В принципе, для меня вот это ново, этого я еще не видел. То есть человек, если, я говорю, Алексей уже стоит так крепко, уже все встало, вот он делает стабильно, здорово делает все, то Александр еще что-то ищет. И в натюрморте, и в пейзаже, и вот и философские какие-то произведения делают. Известные работы, а также совершенно новые, еще не экспонировавшиеся на художественных выставках, а также работы, получившие признание на крупнейших художественных форумах страны и произведения из личных коллекций художников. Выставка Александра Романовского и Алексея Худякова будет работать в выставочном зале Союза художников до конца декабря. Екатерина Мазуряк, Александр Кудряшов, репортер 73.